Так, пришло время открыть нашего LEGO Nexa Knights Аксель в боевом доспехе. Как вы видите, здесь есть 5 Nexa сил. Также щит для этих Nexa сил, именно комбо, чтобы можно было сделать. Так, оригинальный LEGO, все четко здесь. Полагаю, необходимо собрать его. Скрыли коробку. Значит, у нас тут получилось 2 пакета с деталями. Вот. И подробнейшая инструкция. Причем, что интересно в этой инструкции, в конце, да, вот у нас представлены еще вот такие вот сейчас. Наборы. А именно. Комбинировать можно, оказывается. Это сборка модели боевых доспехи Акселя завершена. И давайте посмотрим теперь в деле, что же у нас получилось. Итак, как вы видите, боевой доспех у нас экипирован комбо-щитом, который является поворотным, то есть он крутится, так как нам интересно, нам удобнее. Вот, также огромнейший топор. В данном случае мы решили поставить вместо обычной детальки Nexa щит, Nexa силу. Так, давайте посмотрим, что же у нас здесь из движущихся элементов. Значит, все практически поворотное. То есть руки поворотные. Сам топор поворотный, вот за счет вот этой вот части. Можем как бы поворачивать отдельно сам топор. Топорище, так сказать. Лапки. У этого костюма ноги такие, да, вот как вы видите, тоже поворачивается. То есть можно выбрать любую позицию, любой вариант стойки. Как вам будет удобно. Также очень легко его отсюда доставать, самого Акселя. То есть вот так вот открываем. Здесь есть сиденье такое, да, импровизированное. То есть можно закреплять Акселя здесь, можно его не закреплять, для того, чтобы потом легче было достать. Так вот, шлем у него, все отлично. Сам Аксель имеет 2 лица. То есть грозное лицо, и давайте вот посмотрим с этой стороны. Такое вот приятное, доброе лицо. Но поскольку он находится в боевом доспехе, мы решили поставить ему пока такое вот яростное лицо. Также у него есть крепление на спине для дополнительного оборудования. Если вам это будет интересно, можно будет что-нибудь допоставить. Само качество сборки модели мне очень понравилось. Все крепко сковано, так сказать. Нет ничего такого расхлябанного, ничего не отваливается. Играть такой моделью одно удовольствие. Ну что ж, на этом все. Если вам понравился обзор этой модели, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.